Привет, ты на канале AAA, и мы сегодня попробуем World of Warcraft Shadowlands. Это, правда, бесплатная версия, но если это если зайдет, то, естественно, я приобрету лицензию, и как бы тогда мы будем этим заниматься, возможно, на постоянной основе, так же, как и с Warcraft. Кого начинать? Я, честно говоря, совершенно не знаю. То есть, я играл в World of Warcraft. И обычно... По приколу создавал, короче, скелета воина создавал. В принципе, возможно, я думаю, что можно будет воина, может быть, начать. А что это за... А, кто может? Так, маг, охотник, чернокнижник могут призывать. Знаешь, может, в принципе, попробовать чернокнижника что-то создать, потому что вот, они могут призывать демонов, эти демоны могут атаковать, помогать. В принципе, есть охраняемые демоны. В принципе, охотникам можно. Охотникам тоже прикольно. Им можно приручить кого-то. В теории. Дреней. Маг-охотник. За ночных эльфов я, по-моему, особо не играл. В принципе, охотник-эльф прямо хорошо будет выглядеть, да? Давай попробуем охотник-эльф. Так. А, типа, пол нельзя сменить? А, тут. Окей. Сразу по-другому выглядит, да? У него там что, пули, которые... А, кристаллы, понятно. Блин, Друнаев прикольно, конечно. Друнаев прикольно. Ладно, без разницы. Начнем с ночного эльфа. Там глянем. Так, цвет кожи. Ночной эльф должен быть ночным. Ну, лицо попроще. Прическа. Не знаю, какая прическа прикольная. Сейчас что-нибудь подберем тебе. А что-нибудь без хвоста у вас нет, типа? А, то есть это самое модное, что у него есть, да? Ну, пускай такое будет. Так, боков нет, усы тонкие. Да-да-да, не, у нас будет молодой. Молодой. Они такие все недовольны-то. Это лос. Но у нас же темный эльф. Вообще, либо белый. Либо. Либо фиолетовый. Фиолетовый, в принципе, нормально. Самая классика. Типа классика. Классика жанра практически. А, повязка на глаза, конечно же, есть. А типа только льняная, возможно. Брови длинные. Жесть, вот это лес у него. Так, окей, ну давай, короче, плоские, поляска, уши. Так, короткие, типа. А зачем нам повязка, если у нас цвет глаз, типа, воу, это что такое? Наполовину бесцветный. Глаза. Чё?
Вот. Ну, придумывали же всякой фигни. А, шрамы. То есть можно прям нормально выбирать. Ну пускай такой нормальный будет. Так, татуировки. Луна. Отлично. И... Да, вот так идеально. А, имя президента? Ну, давай так. Пробуем, посмотрим, что тут есть. Ну, это, естественно, занято. А, подожди, тут типа что? Только русские. Да, я был бы удивлен. Ну, офигенное имя, конечно. Да ладно, пофиг, какая разница. Парно-то, когда ты на то имя вбила. А, ну давай так, и сейчас переделаем быстро. Я думал, что они что-то это... То это все проще состоит, ну ладно. Оки-доки, оки-доки. Хитрый способ, да, как типа... В диалогах будешь президентом. Ладно. Окей. А-а-а. Ну, значит, придется пересаждать персонаж с другим нормальным именем. Так, окей, кто у нас там? У нас там ночной эльф. Кто у нас там? Охотник. Нет, не девушка, мужик. Быстро, раз. Раз. Самое простое лицо. Цвет волос. Там что-то у нас было какой-то фиолетовый. Да. Этого нет. 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 Цвет кожи у нас там какой-то самый темный был. Такой серый есть, нет, самый темный. Так, повязка на глаза льняная. Брови плоские. Уши короткие. Хотя пускай будут вот эти. Рамы нет. Цвет глаз светлый. И что у нас там, татуировки были? Луна. Сова. Окей, так. И соответственно имя. Ну, по-любому такое имя есть. Да, есть. Можно делать так, типа... Так, а имя. Имя.
пускай в район будет. Район. Отлично, район. Без разницы. Вход игромир. Да. Мы просто пока что пробуем, смотрим, что это такое, к чему, зачем, почему, за сколько, и за кого, и за что, и за кем, и вообще с какой целью, и откуда, и возможно, куда вообще. Ну, короче, ты понял, да, весь смысл всего этого дела. Я не играл в Shadowlands, я, по-моему, играл в Катаклизм, в Пандарию и в Burning Crusade, по-моему, я играл. Вы представляете благородный альянс. Союз королевств Азерота, которые сражаются за идеалы доблести и справедливости. Альянс отправил экспедицию на неизведанный остров. Но она пропала без вести. Вы и другие новобранцы отплыли из Штормграда вместе с отрядом спасателей. Найдите участников экспедиции и верните их домой. За Альянс! Вот это обучение. Раньше иди такого сюда. Не было. Мы подходим к острову. Не хочу никуда идти. Стой. Так, во-первых, почему у меня интерфейс такой? Разрешение понятно. Масштаб интерфейса. Да, давай, короче, немножко сделаем его. Например, вот таким более-менее все видно. Так, текстурка ше. Отлично, это чё? На пятерочку, да, попробуем. Просто не понимаю, что там такого может быть в Варкрафте, чтобы что-то не тянуло. Ну, я о том же. Да. Ну, типа, тут же нету графика как таковой, чтобы она какая-то могла не тянуться. Типа, там еще выше есть? А. Ну, давай, отлично. Я не думаю, что это что-то поменяет. Окей, а максимально поменяет количество FPS? Ну, типа, я просадки не чувствую. Ну, окей, да, давай. Альянс никого не бросает. Да. Так, мы приближаемся к острову, потренируемся на тренировом манекене. Покажи мне, чего стоишь. Ах, да, я ж теперь прятаться могу. Из-за того, что я это... Странно. Дождя мы не ждали. Отлично, Коль, вижу, ты ретро, ты время не терял, что погода внезапно поменялась. Нравится мне это. Попроси Лео Коула с тобой потренироваться, пока я говорю с командой. От его вывода зависит, чем ты будешь заниматься в нашей первой экспедиции. Завершить, окей. Знаешь, что меня немножко смущает? Меня смущает, короче, то, что... Во-первых, почему у меня маечка такая короткая? Вот, а во-вторых, меня смущает. Подожди, а как там повернуть-то было так, чтобы полностью... А, во. А во-вторых, короче, меня смущает еще одна вещь. Меня смущает то, что раньше ты начинал, короче, на острове, типа, твоих братьев, а теперь в каком-то корабле. Ну, это, так понимаю, к Shadowlands просто замут. Мы спасем экспедицию, вот увидишь. Да, хочется думать, что это дождь не дурной знак, это просто спасательная экспедиция, и только. Ты будешь тренироваться вместе со мной, и убедимся, что ты можешь... Ну, короче, понятно. Вместе, я думаю, давай не будем зачитывать это все дело. Первый удар будет за тобой. Я подсоблю тебе, чем смогу. Что бы ни случилось, не отступай. Держи позицию и бейся до конца. Я отхожу такой назад, да, типа... А все почему? Ты в достаточно хорошей форме, чтобы исследовать остров. Да, отлично. Так, чародейский выстрел, тра-та-та. Что-то упростили все, они еще больше, чем могли. Просто в Пандарии, по-моему, очень сильно упростили. Да. Я подсоблю тебе, чем смогу. Окей, готов к удару. Мы так долго не продержимся. Я на нижнюю палубу, живо! Не смешно, все бегают, это ор. На нижней палубе? Так нижняя палуба там вообще-то. Вот нижняя палуба. Чё она закрыта? У давай. Важная миссия. Окей.
вообще, в Warcraft, по крайней мере, очень-очень большой мир, и там очень-очень много чего есть изучать, есть разные классы, и куча всего. Я помню, что ну, там прям нереальное количество времени нужно проводить для того, чтобы хоть что-то типа сделать. Вот, и всякие интересные квесты. Я помню, что за нежить квест офигенный, начальный, по крайней мере. Раньше был именно на их острове, если начинаешь. Но я так понимаю, что платная версия, если начинаешь на их острове. Рисовочка, конечно, для 2021 года. Веселенькая. Окей, то есть крушение. Я вас понял. Так, насколько отдалить можно? Замечательно. А я могу А, я не могу перемещаться так. Мы найдем Привет. Ладно, давай обезим. Понятно, надо, короче, как обычно, убивать мурлоков. Не связывайся с крупными стаями. Мне нужна цель. Ближайшая цель на миникарте. Отлично, нашел. У меня нет цели. Серьезно, ты угораешь? Так, а где великая кнопочка собрать все? Отлично. Или не было такой кнопочки никогда у них? Не помню. Мне нужна цель. Настолько издалека я могу стрелять? Замечательно. Братинки вроде автоматом одевались раньше, по крайней мере. Отлично. Чтоб ты понимал, после игры в Warframe, короче, когда спрыгиваю, нажимаю Ctrl и Shift для того, чтобы, типа, быстро спрыгнуть. Да, отлично, я знаю, что делать, не волнуйся. Не, ну слушай, на максимальной графике вполне себе играбельно, даже красиво выглядит, прикольно, мне нравится. Скорее всего, даже думаю, что возьму, потому что всегда хотел позавершать квесты за основные все линейки. Но мне кажется, просто охотник, темный эльф, вполне себе гармонично смотрится. Давай большую группу попробуем расточить. Почему я так одного удара убиваю? Ладно, пойдем заберем все, что у них есть. Подожди, у меня инвертарь, да. Отлично, дело. Подрезать крылья. Что это такое? А, лучше с этого начинать. Окей. Окей, погнали, погнали, отдадим. А что тут музычки нет, так что прям просто вот прям в процессе. Ну вообще, как говорят, это же лучшее мой РПГ в принципе в мире. Альянс никого Здравствуй, не бросает. Да, забери. Не покидай свой. Ну пойдем. Где аптечка? А, здорово. Никогда не видел такой бури. Никогда не видел такой бури. Надо помочь всем, да? Не переживай, мы найдем экспедицию. Ой, я не переживаю, не волнуйся. Я же не первый день в Варкрафте. Ну правда, у меня проблема, я Небось, старый аккаунт потерял. И восстановить его никак не смог в итоге. Поэтому будем начинать сначала, да, может интереснее будет. Экспедицию. Не теряй бдительность. Вы трое, прочешите остров и найдите следы экспедиции. Мы с тобой пойдем на разведку. Погоди, ну ты же мог раньше ходить. Ну ладно, или мне кажется, что раньше они ходили самостоятельно, типа, за этим. Если указываешь, куда им идти на карте. Ну ладно, без разницы. Дойдем и так.
Какое музыкальное сопровождение замечательное. Замечательное, просто замечательное. Ну, мурлоков убиваем. Нужно подойти поближе. Никогда не поздно убить пару мурлоков. Но обучение, конечно, у них стало слишком навязчивое, я бы сказал. Раньше такого не было. Хочу. Так, отлично, добрались. Есть. Алария. Здорово. Так, окей, я так понял, что надо еды принести. Я тебя понял. От нас зависит много жизни. Что ты придешь? Конечно, это же мой сын. Но что еще важнее, он солдат Альянса, а мы никого чего? Не бросаем. Я ее сын? Она что-то, по-моему, напутала, не? Не достаю, слишком далеко. Да, конечно, да, не достаешь ты, ага. Так, меха не нужен пока что. Плюс еще в Варкрафте столько всяких этих, как сказать, этих ремесел. Я не могу атаковать эту цель. Сколько нам там своего места надо было? Слишком далеко. По-моему, раньше магического выстрела не было, если мне не изменяет память. Нужно подойти поближе. А. Вот, значит, как это работает, я тебя понял. Отлично, погнали. Приготовленное мясо. Ах, оно теперь так выглядит. Отрыв. Что такое отрыв? Сначала поешь. Восстанови силы. А, я отпрыгиваю назад. Отлично, ладно. Хорошо. Я тебя понял. Аркинон Порос. Приветствую. Отправиться на север, найдите его на Хагрица, без проблем, пойдем. Мы пойдем на север и встретимся с остальными. А что там за сундучок? Ты сперва отдохни. Что за сундучок? Вроде как можно докачаться до 20 уровня, поэтому почему бы и нет? Что за сундучок? Брошенный сундук с играющими. Так, окей. Ну ладно. Жалко, что я быстро перемещаюсь, а так. А, хитрость, ты какая ты, гляди. Просто такой, когда очень лень перемещаться. Это такой, ну ладно. Просто будем по пути всех убивать. Проводят какой-то ритуал. Хорошо, мы разберемся с этим. Ты кто? Слушаю внимательно. Выше нос. Перед собственным хартом, чтобы изучить приручение животного, а затем применить способность к одному из местных животных. Охота без проблем. Продолжается. У нас мало времени, так что учись быстро. Это были основы. А теперь найди и приручи животное. Я понял, выбрать цель. Так, кто там-то у нас? Ястреб, давай. О, отлично. Хищная птица. Птица нам пойдет, я думаю. Экспедиция на нас рассчитывает. Убейте глазореза, понятно. Бей и бесплатно. Что еще? А, это оба задания, там надо все это сделать. Монстры схватили моего сына. Генри, я его не видел, но
Он должен быть жив. Я знаю. Я научила его преодолевать трудности. Отлично. Монетки, монетки нам нужны. Монетки, подожди. Кто? Я тебя, кабань, приучить можно? Я не помню, короче, как эта вся тема работает. Я не помню, как убрать животное. А, кормление питомца, отпустить питомца. Давай попробуем отпустить и взять, короче, все кабана. Мне кажется, что кабан гораздо сподручнее будет. Что такое дух гепарда? А, неплохо. Коллекции. Ну ладно, без разницы, погнали так дальше. Слишком здорово. Легко. Это что с ним было? Он так магию призывает? Не достаю, слишком далеко. Ну, допустим. Ну слушай, как-то читерски получается. У меня нет цели. Да, конечно. Не знаю, забирать не всех золото немножко не имеет смысла великого. Потому что, типа, это не дает ничего. А не атаковать меня не собираются, да, я смотрю. Нужно подойти поближе. Не достаю, слишком далеко. Отлично. Изношенный плащ. Так, и у нас тут где-то рядом, короче, этот добьется по пути. Месье Босик. Подрезать? Да, надо было подрезать. Мне нужна цель. Отлично. Типа со всеми разобрались, да? Да. Так, что там? Серьезно, он одевается проще гораздо. Не надо мне рассказывать. Ну, так, можно. Хотя я скажу, что на самом деле начинается отсюда. Ну, это, наверное, знаешь, взгляд на Warcraft со стороны, когда ты уже в него играл, и как бы поэтому ты начинал с других локаций. Такой, типа, как-то это все странно. Да. Можно я просто так одену, не? Спасибо. Капитан Гарик! Мать Генри! Он говорил, что ты за нами придешь! Что ж, он был прав. А где остальные из экспедиции? Не знаю, но это можно выяснить. Ну что ж, ладно тогда. Я думаю, что в принципе на этом-то мы можем и закончить на сегодня. А ты можешь передвинуться? Странно. Ладненько, тогда мы на этом закончим. Вот такое вот веселенькое начало. Вот так вот это у нас все выглядит.
Мы на фоне так вот оленей станем. О, замечательно, нас сейчас супер классно, они пробежали мимо нас. Даже знаю, где классно, сейчас мы сфоткаемся. А в общем-то, пока я иду за этим делом, ты можешь подписаться на канал, вступить в группу ВКонтакте, Дискорд, Телеграм. А, ну ладно, короче, как-то вот развернись, пожалуйста. Вот так вот, да, идеально. И следи за продолжением. Если понравилось, то пишите комментарии, продолжим, возьмем Warcraft'ик и будем его весь проходить, изучать весь его лор и все остальное.